Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Кархорные прохождения с Михаилом и только. Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы, когда плачут цикады, Фигураси Нонаку Карани, или Вен за край на английском. Я именно ее второй части, которая называется, в общем-то, имеет подзаголовок «Ответы». Вот здесь, в общем, написано как раз, когда плачут цикады, ответы. Вторая, в общем, часть новеллы. Начинается с пятой главы, где, в общем-то, у нас постепенно раскрываются многие вопросы, ответы на многие вопросы даются, раскрываются очень многие загадки, которые возникали в предыдущих четырех главах. Сам будет понятно, что вообще там происходит в этой игре, кто виноват, в общем-то, что творится. Так, настройки, ну, в общем, более-менее настроился вот на минимум, так, остальное все трогать не буду. Так, бонусы, ну это у нас, по-моему, пока что тоже ничего не доступно. Картинки. Вообще, в прошлой серии я там показал все картинки, которые открылись во время после прохождения всех четырех глав. Здесь же также будет потом в конце, когда пройдем восьмую главу. Так, ну сразу же надо начнем там проходить. Так, начать игру. Что у нас там? Первый сценарий доступный. Глава раскрытия тайны. Возлюбленная убийца. Глава раскрытия тайны. Добро пожаловать в вселенную Фигураси Нонаку Карани Кай. Наконец-то началась вторая половина повествования. Сменив героя, мы попробуем взглянуть на трагедию с другой стороны кулис. Сложность все выше. Понять, чем руководствовался преступник, сможет не каждый. Начинаем. Девочка плакала, потерялись в пустыне бусы. 100 лет она искала их там. Девочка плакала, может быть, море они не в пустыне? 100 лет она искала их там. Девочка плакала, может, в горах они, не на дне морском. Сколько еще пройдет, пока она не подумает, а терялись ли они вообще? Федерико Бернкастель. Или слабая мимолетная, подобная мыльному пузырю, влюбленность. Как желание дотянуться до неба, такая же несбыточная. Слезы красила кровь, алкая жертвы. И высказанное горе стало злобою, толкавшей к убийству. Непроницаемый мрак расползался, поглощая все на своем пути. Наконец, и ее саму. Глава 5. О раскрытии тайны. Как знать, может, лучше бы она не рождалась на свет. Испачканные в крови руки даже не взмахнули попытки схватиться за воздух. Это умышленная история, любое сходство с реальными лицами или организациями является чистейшей воды совпадением. На подвеске 7 ключей всех размеров и видов. Я не знаю, какой из них нужный, так что придется перепробовать все по одному, руководствуясь одним только наитием. Ожидаемое количество попыток 3,5. Если открою, перебрав не более 3 ключей, что ж, моя удача. В противном случае будет худо. Надо готовиться к худшему, к тому, что подойдет лишь последний ключ из 7. В голове заныло, внутри нее спокойствие сражалось с волнением. Вставляешь ключ и пробуешь повернуть. Вот и все, что мне понадобится несколько раз повторить. Вот только никак не удавалось успокоить дрожащие пальцы. Тьфу, да что такое, с ним любой детсадовец справится. Значит, я сейчас глупее любого детсадовца? Ну и пусть я глупая и неуклюжая. Так или иначе, мне только и надо, что перепробовать 7 ключей. Как бы звезды не стали, уж на 7-й-то раз непременно откроется. Да вы шутите. Вот только жизнь не арифметика. И в жизни произошло кое-что похуже всех моих ожиданий. Ни один из ключей не открыл замка. Такое чувство, словно из всего тела начали откачивать кровь. Неужели я взяла не ту связку? Но нет, на дощечке хоть и слабо, но все же видна подпись, указывающая, что эту дверь открывает ключ из этой связки. Может, глаза меня подвели? Может, вернуться к шкафу с ключами и хорошенечко в нем покопаться? Много времени потеряю. С каждой секунды, что я здесь стою, надо мной все больше нависает угроза. Любую секунду может что-то случиться, от чего вся моя затея пойдет прахом. Если открыть не получается, значит, мне остается только вернуться
канцелярию и снова поискать ключ? Тогда почему я стою тут, обливаясь потом и упуская драгоценные секунды? Неизвестно, пустует ли в эти часы канцелярия. Вдруг кому-нибудь задумается туда зайти? Попробуй тогда поройся в ключном шкафчике. И резко выпрямилась, будто бы током стукнутая. Я вся на нервах, вот и ежится тело, не желая стоять на месте. Такова человеческая природа. Надо бежать обратно, мигом, не то мне крышка. Здесь быть опасно, да и в канцелярии зайдет кто, пиши пропало. Ледяной, как сам холод воли, я сковала свои трусливые мысли, так что даже защипала в голове от мороза. Спокойно, Шион. Мьон бы на твоем месте не стала нервничать. Может быть, я допустила ошибку? Давай перепробуем все ключи еще разок. Еще разочек. И тут я почувствовал легкое дрожание воздуха, наполнившего длинный-передлинный коридор. Кто-то шел по нему вдалеке. Соображая здраво, я бы поняла, что шаги ничего не значат. Они далеко, человек этот не выйдет на меня вдруг. Но сейчас все мои мысли пертелись вокруг них. А, черт. Почему эти далекие шаги так меня растревожили? Спокойно, спокойно. Лучше уж насладиться азартом опасности. Тихо, тихо. Просто сделай то, что сейчас главнее. Забудь о шагах. Сейчас тебе ни к чему о них не беспокоиться. Считай, что не слышишь. И не к шагам прислушивайся. Сейчас другое надо мне пропустить. Ах ты ж черт. Вот этот ключ. Он же только что был холодный, твердый. А теперь почему-то горячий и мягкий. Прямо резиновый. Ну и как его скважину всунуть? Черт, черт, черт. Это не ключ стал мягким. То мои пальцы. Ай, блин, черт, черт, черт побери. Тут ключ выскочил из пальцев и упал на пол. Несмотря на прежнюю мягкость, зловредный ключ, коснувшись пола, издал такой страшный грохот, словно на пол грохнулся шкаф с посудой. Звяк. От раздавшегося грохота едва не лопнуло сердце. Мне стало дурно, голова, раскалываемая грохотом, на миг пошла кругом. Взяв себя в руки, внимательно поглядела по сторонам. Не стряслось ли чего? Спокойно, спокойно. Все как было. Ничего не слыхать. Стало быть, мне ничего не грозит? Успокоиться. Спокойно. Спокойно. Стой. Ничего не слыхать, значит? А как же те шаги вдалеке? Их тоже, значит, не слышно? Так. Спокойствие, спокойствие, спокойствие. Лязг все-таки дошел до чужих ушей, и теперь тут некто прислушивается к тишине. Ах, блин, а это что за оглушительная кап-кап? Капли моего пота падают на пол. Так. Молчать, молчать, молчать. Но как можно услышать капающий на пол пот? Спокойно, спокойно, спокойно. Да успокойся же ты. Чтобы не возникло недопонимания, я хотела бы кое-что прояснить. Само собой, тут вовсе не изолятор для малолетних преступников и не исправительная колония. Это частная школа, подчиняющаяся Министерству образования. Конечно, школа непростая. Надо платить миллионы, чтобы просто в нее попасть. Школа – это интернат, предоставляющий образование с начального по высшее. И допускают в нее только девочек. В общем, правильнее будет назвать ее не школой, но заводом, теплицей, где выращивают целомудренных барышень. В общем, которым, понимается, в общем, учится Шион, за которого, в общем, новелли, мы от лица которой, в общем-то, мы эту главу читаем. В отличие от предыдущих, где мы читали за Кейти три главы и за Касаку, этого полицейского, четвертый. Сообразно такой приквел. Третьей главе. Как-никак со мной учатся те, кто, говорят, в жизни не пользовались автобусами, электричками и тому подобным. А это совсем ненормально. Ну, что касается меня, мне в диковинку один уж порядок. Вместо приветы каждый день здороваться словами «доброго вам здоровья». От необходимости называть преподавательский состав сестрами меня в дрожь кидает. Утренние и вечерние молитвы, тоска полнейшая, а уж как меня воротит от воскресного богослужения и словами не передать. Я не хочу заучивать Библию от отходных слов. Люби ближнего своего, чуть чесаться не начинаю. Просиди я здесь, в этом учреждении, так я предпочитаю его называть. Многие годы сошла бы с ума или сломалась, стала одной из них. Практически все забучающихся здесь барник предпочти покориться, но я бы не была собой, последуя я за ними. Просто меня даже при чтении Библии куда больше поражают запутанные хитрые схемы, выстроенные проповедниками. Всюду продвигающими свой товар, веру, чем любовь к Всевышнему, так ни разу не осенившее мое сердце. Ну вот, меня с первых же дней считали трудным ребенком и обращались соответственно.
и поэтому, понятное дело, во многих отношениях мне приходилось трудно. Естественно, до меня быстро дошло, в чем штука, и я начала вести себя как все, для виду. Но иногда мне надоедало, и тогда я становилась самой собой. И опять те трудный ребенок, снова меня пытаются выправить, в кавычках. Оно, конечно, временами смешно, наглеть, не подчиняться, вот только в итоге прок полный ноль. Тогда чего я так поступаю? Почему я капризничаю, зная, что ничего хорошего не добьюсь? Спокойно и вдумчиво разобравшись в том, что во мне творилось, я поняла, что уже не в силах терпеть этой обстановки. Больше всего на свете я боялась, что здесь, в стенах этой скучной теплицы, меня разотрут, сломают. Не видать мне тут жизни. Меня им тут не сломать. Ровно полгода назад я решил сбежать. И только решилась, как ну дела, сразу же задышала свободно. Я вновь стала прилежным, целомудренно, чтобы сестры не относились ко мне с подозрением. Притворством ради побега представлялось теперь невероятно веселым. Кожа мурашками шла, когда сестры, улыбаясь, объясняли мое неожиданное прилежание тем, что верно, то Господь наставил меня на путь истинный. Отвернувшись, я хихикая про себя вкратце показывала им язык. Я вызывался дежурить за одноклассниц, чтобы получше изучить школу, график перемещения преподавательского состава и систему охраны. Сразу же обнаружилось, что заведение охраняется по высшему разряду. Как-никак тут учатся дочки всяких представительных дядек. Патрули обходят здание всякий раз по-новому, а камера просматривает практически все участки. Смешно, система, предназначенная защитить школу от незваных гостей, работала и на то, чтобы не давать убежать таким, как я. И все же, от того было только азартнее. Без счета я прокручивал в голове план, по которому можно было уйти незамеченной. На уголке тетрадной страницы я нарисовал путь к воле, надежный, проверенный лично. Я обучил всему, что требовалось для побега. И все было жутко увлекательно. Все-таки люблю я преодолевать трудности. И это я. Сколько ни пытайтесь меня сломить, я всегда буду собой. И я работала над собой, пока не стала готова. И духом, и телом. Во-первых, чтобы решиться на побег, мне нужна была смелость. То есть обоснованная уверенность в успехе замысла. И я тщательно его продумала, дабы она стала как можно крепче. Потом силы и мастерство. Представляя у меня все препятствия, какие могли мне встретиться по дороге, я готовилась к ним, не жалея себя. Что смешно, ведь благодаря тому я полюбила физкультуру, в том числе и ненавидимые всеми дальние забеги. Безупречный план, а также силы и навыки, необходимые для его претворения в жизнь. И непоколебимая целеустремленность, поддерживаемая ими. Когда все они у меня появились, я начала терпеливо претворять свой план жизни. Задолго до дня X я решила заложить в школе своего рода бомбу. А бомба-то, слушал, что кто-то из учителей, мужчин, которых тут немного, тайком встречается с одной из школьниц. Растолковать не собираюсь, но в общем, для школы с таким учащимся слушок пострашнее бомбы. Как-никак сюда отправляют своих дочерей те, кому такие дела совсем не нужны. Да и родители-то все богатенькие, важные. Окажись вслух правды и станет он известен всем, директор останется только повеситься, да и того может не хватить. Среди девушек маленькие слухи расползаются широко. Плюс к всему, в общем, насчет этого, что-то такое, не знаю, конечно, является не отсылкой, насчет там директора, в общем, повесился. Возможно, он такой, по-моему, в другой, в общем-то, игре, по такой смеси новеллы и... Это к этому квеста, в общем, в игре такое, в общем, по-моему, произошло. Там по сюжету, в общем, потом раскрывается. Эта игра называется Corpse Party, не знаю. Это, в общем, отсылка, конечно, не является к ней, но чуть похуже такое случилось. Мало того, что в них в возрасте свойственно интересоваться такими вещами, так еще и от мальчишек оторваны. Короче говоря, сплетни расходились быстрее лесного пожара. Сестры пытались от них избавиться, предупреждали, что не стоит верить нелепым рассказням. Но всякий видел, что как раз их самих слух обеспокоил больше всех. И так, благодаря бомбе, я узнала, что в подобных случаях персонал предпочитает разбираться по-тихому, не сообщая ни родителям, ни полиции. Так что случись мне сейчас лишь исчезнуть, получилось бы, как будто кто-то из учителей меня выкрал. Конечно, все они в один голос откажутся. И, конечно, школа им просто так не поверит. Как-никак грязный слушок у всех на устах, и он уже подтвердился.
Пока в школе отметут все прочие варианты и поймут, что сбежала это я сама, я уже давно буду далеко там, куда они не дотянутся. Всеми силами помогая распространению слуха, я ненавязчиво намекала, что могу быть той самой школьницей, тайком встречающейся с учителем. Несколько раз сестры пытались меня что-то выпытать, но безуспешно. Все-таки тайный роман я придумала. Ни одной улики, как они, бедные, не старались. Через 3 месяца я убедилась, что достаточно удобрила почву. И, оставшись наедине, предложила одноклассницам подежурить за них после ужина, чтобы вечером дня X у меня появилось окно. Своим упорным желанием, во что бы то ни стало дежурить именно в этот вечер, мне удалось посеять в них крошечное подозрение. Исчезну я, и оно прорастет в сплетни о моем бегстве с кем-то из учителей. И вот вечер дня X настал. Я исчезну после ужина во время дежурства. Наверное, пропажу обнаружат не раньше, чем потухнет свет в комнатах. Щедрая соседка по комнате подождет еще 10 минут, прежде чем доложить сестре, но на большее не надейся. А значит, времени у меня в лучшем случае 1 час. Ну и того схватит с лихвой. Я на шаг отклонилась от привычного маршрута, и шаг мой стал первым шагом бегством на волю. Спокойно шевели мозгами, спокойно, и не могла ошибиться со связкой. Замок староват, детали уходят с трудом. Вдруг я ставила нужный ключ, только замок не захотел открываться, а я подумала, что не подходит. Я и сама знала, что сейчас из-за волнения действую далеко не так ловко, как обычно. Да и перчатки, надетые, чтобы не оставлять отпечатка пальцев, тоже должно быть мешают. Давай-ка еще разок, не торопясь. Выбери самый, по-твоему, верный и плавно вставь в скважину. Так, не поддается, не открывается. В общем, перевод в игре Кулак Ктулху, в старой игре. А слишком нажмешь, как бы не сломать ключ. Только я подумала махнуть рукой, как ляск. Открыла. Приоткрыла дверь. Пение сверчков, довольно долго уже доносившись из-за двери, полилось внутрь, мигом став громче. Колебаться уже ни к чему. Все же было немного боязно показаться наружу. Сейчас я еще могу что-то придумать себе в оправдание. Хоть как, но я все же смогла бы выпутаться. А вот сделай я шаг наружу, и уже не отбрежешься. Увидит меня на патруль, тут же словит и отправит в канцелярию, пускай я здесь и учусь. Кажется, отсюда уже пытались сбежать. Неудивительно. Едва ли одна такая еретичка. Не могло до меня не найти из тех, кому здесь не по душе. И поэтому школа вполне понимает, что кто-то может решиться на побег. Мне приходилось слышать, что делали с теми, кого ловили. Но верить в слухи как-то нету охоты. Как-никак, здесь все страшилки про тех, кто попытался сбежать. Да насрать, будь что будет. Провалюсь, можно не надеяться, что дадут вторую попытку. Больше одной никогда не дается. И за дверью меня ждет момент истины. Напрягшись до предела, я оттолкнула дверь. Снаружи яркий, роскошный запах свежего воздуха. Неужели снаружи всегда пахло настолько свежо? Я не помню, чтобы раньше воздух так сильно пах травами. Случилось что-то непредвиденное? Может, стоит быть осторожнее? Может, отказаться пока от своих планов? Тихо вернуть ключ на место и подождать до другого дня? Прекрати бредить. Все осталось так было. Воздух точно такой же, каким я всегда дышала. Просто раньше мне было все равно, какой у него запах. Так вот в чем дело. Пусть я притворяюсь спокойной, на деле далеко даю волю трусости до беспокойства. Так, спокойно я. Спокойно, Шон. Теперь надежда только на карту Москву. Я установила и накрепко запомнила, где находится каждая из видеокамер. Их я обойду без труда, но главная опасность не в них, а в охранниках. Они патрулируют как хотят, поэтому я не в силах предсказать, где и когда можно их встретить. Что ж, остается в прямом смысле слова положиться на случай. Почти везде можно спрятаться. Только есть один опасный участок, метров 10 примерно, где нет никаких укрытий. И напряглась, предельно заостряя чувствительность. Что ж, в итоге все решает удача. Что бы я ни делала, лишь в вале случая, решит, преуспею ли я. И наоборот, как бы нелепо и глупо я ни поступала, если удача будет на моей стороне, все по боку. Тьфу ты. Так получается, что все мои старания ничто перед случаем. Ха-ха, значит, все-таки. Так.
Значит, все-таки придется рискнуть. Поняв, что рискую, я вдруг, несмотря на все напряжение, на все напряжение, загорелась азартом. Да, это игра. На удачу. Это игра, в которой я, Синодзаки Шион, проверяю, способна ли моя воля изменить мою жизнь. Кому не удастся сбежать отсюда, та и на свободе не проживет. Но я не такая. Я выберусь. И сейчас я проверю, насколько удачливо. Ну, вперед, Шон. Не слушая голосящих вовсю сверчков, из всего потока звуков я старалась вычленять подозрительнее. Никого не слышно. Сердце бьется громче пения насекомых. Шарк. Собственные шаги как будто гремели, разрывая барабанные перепонки. Скажем, шажком сознание раздирало страхом, что вот-вот из-за угла выйдет охранник. Сколько раз мне хотелось поддаться страху и сорваться на бег. Ну тогда бы я поняла совсем ненужный сейчас шум. Если оттуда, где сейчас никого не должно быть, несется топот, любой насторожится. А к шагам вряд ли отнесутся с большим подозрением. Само собой, я и слышимых шагов допускать не собираюсь. До предела напрягая все чувства, я пыталась как можно полнее представить и то, чего не видел глаз. Но как ни вострила уши, не слышала никого. Вообще-то мне стало бы даже легче, услышь я где-нибудь вдалеке охранника. То, что никого не слыхать, говорит, может быть, не о том, что здесь безопасно, а о том, что я вообще оглохла. Подходи ко мне, добери, тепленькой. Верилась охотно. Вдруг в шаге от меня кто-то есть, а я по своей глупости просто не замечаю. Из-за таких мыслей я останавливалась время от времени, чтобы не исключить даже звуки собственных шагов. Да у меня и правда ноги не идут от страха. То ли встать, то ли побежать. Что-то внутри заставляло выбрать одно из двух. Останавливаться, конечно, нельзя. Надо идти вперед, быстро и осторожно. Иначе зачем все это? С каждой секундой я здесь, я все больше рискую. А бежать – вера глупости. Ай, да знаю я. Больших трудов стоило не рвануть во весь опор. Пока я шла через опасный участок какие-то жалкие 10 метров, подобные мысли все роились и роились в уме. Так ничего присутствия и не заметив, так ни с кем, само собой, не встретившись, прошла я через опасный участок. Тут я остановилась и пересела, переводя дух. Из легких сам собой рвался протухший воздух. Все сомнения, страхи разом пропали. Последнее препятствие. Последнее. Прокрасться вон через те кусты, увижу забор, отделяющий школу от остального мира. Желание рвануть стало втрое сильнее. Подавляя его рассудками, охраняя бдительность, пошло на штурм последняя преграда. Забор в западном духе, шедший вокруг школьного двора, хоть и красив был на вид, но для защиты от злоумышленников явно не годился. Я боялась, что кто-то увидит, как я карабкалась по нему, да обошлось. Еще меня мучила мысль, что забор может быть оборудован сигнализацией. Ну, что ж уж теперь. Раз уж я уже лезу через него, так к чему забивать себе голову? От верха до земли где-то 2 метра. Надо спускаться с осторожностью. Так же, как зарезала. Ну, оно-то правильно, да только тогда я с рассудком была не в ладах. Не раздумывая, я спрыгнула вниз. Конечно, доли секунды позже уже в полете я пожалела. И испугалась, полет длился куда дольше, чем я рассчитывала. Не сумев красиво приземлиться, шлепнулась прямо на задницу. Да ладно, смеяться-то некому, да и мне времени нет смущаться. Я осмотрелась, не слышал ли кто моего прыжка. И убедившись, что звуки ничуть не заинтересовали даже ночных сверчков, поющих все так же стройно, я наконец вздохнула с облегчением. Глянула на часы. Сейчас без 5:12. На побег ушло всего-то 15 минут. Теперь, зная точную цифру, я вижу, как же мало времени он занял. Если припомнить, то большую часть их заняли колебания и вопросы самой себе. Видно, зря трусила. Но пока еще нельзя расслабляться. Кто знает, вдруг одна из камер меня все-таки засекла. И здесь, вообще-то, не банк. Если меня и заметили, сирена не задребещит. Может, пока я тут рассиживаюсь, охрана уже бежит поймать беглянку. Рано еще упиваться воздухом свободы. Затаившись в тени, я начала ждать. До условленного времени сколько-то еще есть. Когда плачут цикады, ответы, или фигурати нинаку корани кай, или вензай край, продолжение следует. Пока ждала, непрерывно наблюдал за школой.
но никакого подозрительного оживления не заметила. Глядя на сияющие огнями здания в западном стиле, все меньше и меньше верилось, что это школа. Этой тюрьме пристали бы заборы под напряжением, прожекторы и охранники с угрюмыми доберманами. Мне казалось, в эту минуту передо мной, подобное пятнышком света от вращающегося светильника, должны проплывать школьные воспоминания. Но их не было. Воспоминания проплывают, когда есть что вспомнить хорошего, а у меня о школе хорошей памяти не осталось, вот и нечего вспоминать. Если бы все-таки захотелось предаться с воспоминаниям, они были бы об одном – о роскошных обедах. И вспомнила бы я лишь о еде – о японской, западной, о китайских блюдах, французской кухне. Эй, чего это я? Да уж, смешно, я невольно проснула. Но послышался шум автомобиля и вновь притаилась. Номера те самые. Он. Порхнув из кустов, я метнулась к дверце притормозившей машины, открыла ее и запрыгнула. «Поздравляю с возвращением, Шион-сан». За рулем сидел дядька в годах. Ему этого, правда, лучше не говорить. Он до сих пор считает себя мужчиной средних лет. Прочитав по лицу, что все прошло не отлично, он довольно усмехнулся. «Эх, хороший вольный воздух. А, кстати, пожрать бы сейчас простого вареного риса». «Ха-ха-ха-ха. А я слышал, у вас там лишь самые изысканные блюда. Хотя, может, вам одно и подавали перловку с рисом?» «Да ты что, совсем сбрендил? Шуток не понимаешь?» «Эй, ты не смейся давай, а газуй отсюда!» «Конечно, конечно, слушаюсь и повинуюсь!» «Как прямо этот... говорил этот-то... Хатабыч, да?» «Слушаюсь и повинуюсь, Кать!» Даже не пытаясь спрятать усмешки, Касай рассмеялся, а затем... посоветовав пристегнуться, крыска тронулся с места. Школа, похожа на ухоженный европейский храм, быстро пропала из виду. Просто взяла и ушла в прошлое, и я даже не успела вспоминать роскошные блюда, которыми меня там кормили. «Прощай, о милая школьная жизнь, смотри уж теперь я буду набивать свой привыкший к изыскам животик исключительно всякой дрянью, и все манеры, которые ты меня вбила, так мне не пригодятся. Ха-ха-ха, так тебе!» Изысканные дома за окном, которые можно было принять за уголок Европы, скоро сменились просторными полями с редким уличным освещением. Они напомнили мне, что машины едут через Японию. «Вы не голодны? Желаете ли остановиться перекусить по дороге?» «Да ладно, я наелась». «То не совсем правда. Если вообще-то хотелось. На ужине так червячка заморило, для побега требовалась свобода движений. Я рада бы воспользоваться его предложением, да воротит от мысли ужинать тут, где ближе враги, а не дом. Такой час и в придорожных комплексах найдешь, разве автомат какой? Правда, я слышал, нынче стали делать автоматы со всякими там гамбургерами. А, да, точно, теперь еще ставят, как и слышал, автоматы с Аденом». «Чего? Это еще как? Что там, как в кофейном автомате выдают кружку, а потом кнопочками выбираешь, что туда класть? Фу, гадость». «Нет, не думаю. Я так понял, машина выдает консервированной банки». «А, прости. Не надо мне консервов». «Что, до сих пор не любите? Вроде бы пора уже повзрослеть. Вот не люблю и все тут. И не говори мне ничего». «Эй, ты че это ржешь?» Касай негромко зафыркал. «Должно быть, хочет успокоить меня болтовней. Обычно так Касай молчит, как рыба». «Вот что, я устала. Подремать бы. Как его назад откинуть? Смотрите, слева у основания, там рычажок такой. Нашли? Ага, вот он. Фух. Касай рассмеялся. Притом еще на волопом такая же есть. Забыл уж, как называется. И, по-моему, еще не переводили. На русском языке даже нету. Жалко. Почитать бы, по-моему, библиотекарь еще какой-то там, в общем, аниме есть, и плюс к всему еще новелла там, по-моему, он герой звали какие, сейчас вспомнился. Касай рассмеялся с еще большим весельем. «Я чё, что-то смешное сделала?» «Нет, нет, просто вы сейчас вздохнули совсем как Мьон-сан, так же по-взрослому». Ну да, в общем-то, между ними отношения довольно-таки натянутые, помнится. Ну это новелла, конечно, раскроет отношения между сестрами больше всего. В той главе, в общем-то, второй, где были, встречались, в общем-то, Шион и Мион. Там, в общем, героем был Китти, а Мион и Шион были таким, в общем-то, не главным героем, а второстепенными. В общем, ну, там отношения между ними, конечно, раскрыты были не так хорошо, как в этой главе.
Ну еще бы, мы с ней близнецы, друг от друга не отличишь. Что мне понравится, то понравится ей он, что не понравится ей, то и мне, ну и так далее. Как мне он себе поведет в определенных условиях, так себя в них поведу и я. Сеструха как, нормально? Полагаю, да. По большей части я с ней вижусь, лишь когда отвожу вашего отца на семейное собрание. А, верно, сеструха теперь не у нас живет. Она теперь в Хинвензаве, со старой каргой, да? Как вы поступили в школу, Шион-сан? Так она в главный дом и пришла. Я неопределенно с видимым безразличием хмыкнула, хоть и сама и завела разговор. Говоря по сути, главный дом, он же поместье Санадзаки, родной дом нынешней главы семьи, Санадзаки Арё, то есть дом той, кого я называю старой каргой. Однако слова «главный дом Санадзаки» чаще всего обозначают не только дом. Хотя старая карга-то, в общем, кто это и орёт-то, чем-то она права, конечно, та еще заноза. В общем, такая неприятная, конечно, особа. Потом, в общем-то, этой главе какой раскроется, в седьмой, что ли, предпоследний. Где, в общем, с ней там будет связана там одна ситуация, когда, в общем, пытаются проблему решить с этим, в общем-то, ее там дядькой, там, мирным способом, а не как, в общем-то, Кейти решал там проблему в третьей главе-то, когда пытался его убить. В общем, она там покажет свою, конечно, неприятную сторону в чем-то, как мне кажется. А, даже, думаю, в реальность так. Вот и Касай имел в виду не только дом. Сильно изменилась? Мион-сан? Да. Не могла же она не перемениться, раз она с той старухой все время. Касай вновь расвыркался. Он знал, как я ненавижу свою бабку. Сам я никакой перемены еще не ощутил. Мион-сан осталась той, какую вы знаете. Ну а я что? Изменилась? Нет, нисколько. Ответил Касай тут же с несколько лукавой улыбкой. А ведь я его давно не видела. Неинтересно. Неинтересно, когда он вот так сразу и отвечает. Заметив, как насупленно я на него гляжу, Касай, не сдержавшись, загрохотал во все горло. Ха-ха-ха-ха-ха. Да нет, вообще не изменилось. Удивительно, ведь вы столько пробыли в школе для благородных девиц. Хе-хе-хе-хе. Ну тебе, смейся сколько хочешь, а я спать. Там одеяло на заднем сиденье. Укройтесь, пожалуйста. А, спасибо. Взяв одеяло, я укуталась. Странно, несмотря на усталость, несмотря на позу, располагавшую ко сну, он все не приходил. Хотя нет, непривычная роль беглянки меня и вымотала. Просто напряжение до сих пор не до конца спало. А значит, надо сказать еще раз, иначе мне не заснуть. Я сплю. Я сплю и точка. Да-да, вы это уже третий раз говорите. Или вам надо бы на мое разрешение? Чё ты сегодня такой болтливый, а? Замолкни хоть на минуту, я из-за тебя заснуть не могу. Нижайше прошу прощения, ваше высочество. С вашего позволения умолкаю. Хе-хе-хе. Праздная болтовня с Касаем напомнила мне о былой мирной жизни в Хакиноме. Хотя не знаю, можно ли называть ее мирной. Тогда же как раз шла дамбовая война, и день-деньской все в округе кипело. Если сейчас подумать, мы все тогда много чего нехорошего натворили. Если бы власть разнюхла про мои делишки, не миновать мне на колонии. Вернее, за решетку бы села добрая половина хиномидзавцев. Но все это делалось не со злым умыслом. Да, тогда шла война. А еще происходившее, пусть мы и воевали, можно назвать и праздником. То был праздник, где все хинмензавцы вставали плечом к плечу и сражались с общим врагом. Бой был жестоким, но еще он был весь весел. Весело и было и сообща забрасывать камнями полицейский спецназ. Если гналась за тобой полиция, в первом же доме тебе давали приют. Мы осаждали участок, требуя свободы пойманным товарищам. Мы прокрадывались на стройплощадку и мешали в работе. То больше смахивало на игру войнушку, чем на войну. Мне было весело, мне это нравилось. Даже сейчас тепло на душе, когда вспоминаешь то чувство единства с теми, кого я порой и в лицо не знала. Да, оно совсем как та радость, что я испытывала после праздничного парада через всю деревню со святилищем на плечах, вся вспотевшая и жутко уставшая. Когда все, обессилев, рухнули на земь, и совершенно незнакомые люди дружески болтали между собой, попивая прохладный ячменный чай. Тогда я была еще совсем особлячка. Помню, как мы с какими-то пареньками, которые то и дело приходили к отцу, пакостили нашим врагам. Меня
Меня несколько раз отвозили в участок, но для меня это ничем не отличалось от обстоятельного разговора по душам, учительской из-за не сделанных уроков. Взрослые ярились из-за одной мысли о том, что дамба может потопить наш родной дом. Но если сейчас подумать, мы дети, тогда веселились вовсе. И эта веселая дамбовая война несколько лет... несколько лет назад вдруг взяла и закончилась. Проект остановили не только наши праздничные, видимые любому выходки. Главная семья Саназаки вместе с моим отцом провела из-за кулисами потрясающую работу. Хоть это должно храниться в строжайшей тайне, но поговаривают, что они делали всякое. Даже похитили внука строительного министра, чтобы надавить на деда. Через несколько дней после похищения внука нашли. Его нашли в горах Ягути. Он не исчез, похищен демонами. Нет, его нашли. То есть за кулисами совершилась какая-то сделка. А в следующем году проект постройки плотины объявили замороженным на неопределенное время. Так как из-за показаний спасенного следовало, что к делу о причастности... Так как из показаний спасенного следовало, что к делу причастны несколько жителей Хинмедзава, полиция Риана принялась за расследование и не нашла ни одной улики. Люди, ставшие друг друга братьями, не выдавали товарищей. Чтобы защитить друга, они шли на все, на любой обман. Алиби, ложные улики, что угодно. Но правда полицейские никогда бы не добрались. Ха-ха. Вдруг машину сильно тряхнуло. Должно быть, на кочку наехала или что. Я резко открыла глаза. И обнаружила, что я выгляжу какой-то чересчур счастливой. Верно. Видно, жду не дождусь и наконец вернуться домой. Чонса, вы не спите? Чё такое? Вас отвезти в дом в Акиномии? Ну, а куда еще? Ответил я с недовольным видом, как на дурацкий вопрос вроде «Сколько будет, если сложить 2 и 2?» Косай ответил так же прямолинейно, словно разъясняя самую очевидную, но понятную любому вещь. Глава всего рода Саназаки постановила отправить вас в школу Святой Люсии, а вы сбежали оттуда. Полагаю, вам не нужно разъяснять, что это значит. Мне просто не понравилось. Подобранная бабкой школы, вот и все. Шонсон. Да ладно, что я не знаю. Ну тебе. Решение старой корги, правящей родом Саназаки, неоспоримо. Оно не какое-то глупое правило, наподобие успел подобрать упавшие за 3 секунды. Значит, это еще можно съесть, оно чистое. Как-никак и решение, обязывающее затащить меня в школу в отдалении от семьи, было сделано давным-давно, еще при моем рождении. Мне дали имя Шион. Имени сестры Мион, иероглиф «демон», знак унаследования демона, то есть крови демонов, текущих в жилах тех, кто достоин унаследовать род. В моем имени Шион иероглиф «храм», точнее говоря, монастырь. А значит, я должна была отринуть мирское и стать монашкой, навеки заключенной в монастыре. И от того мне становится от своего имени неприятно, да и самого существования для семьи Саназаки, как бельмо на глазу. Дело в том, что наследниц двое. Мне нужно приводить в пример историю, чтобы показать, сколько бед может принести двойня в будущем. Нет, в общем-то, история такая, в общем, знакомая. Она, в общем-то, встречалась еще в этой серии. В новелле, точнее, Fate Stay Night. В общем, там про, в общем, двух сестер тоже история. Про кого, конечно, поговорить не буду. Те, кто, в общем, читал новеллу, знают. Там тоже похожа такая история, где одну, в общем-то, сестру оставили в семье, другую отправили в другую семью уже, не в общем, не в школу, как в этом случае, видимо, такой монастырь, видимо, тоже, школу такую, эту, в общем, церковную школу. А там другая была история, там, в общем, отправили одну сестру, оставили в семье, а другую отправили в другую семью, где в итоге там, в общем, она намочилась, и потом, в общем-то, ее главный герой это навыло. В одном из рутов, в общем-то, избавил, в общем-то, от той судьбы. Довольно такой грустный, печальный. Там, в общем, все хорошо закончилось. В общем, там похожая история. Там тоже две сестры, конечно, не близняшки. Они, в общем-то, даже различными по внешности. Но очень похожая история, конечно, что там. В чем-то она похожа. Так, и плюс к всему, это в других новеллах тоже были там такие близняшки. Помнится, особенно в новеллах от студии Кей, где, помнится, там... Каких новеллах были-то?
Маленькие проказники, по-моему, точно. Клонат. Клонат точно есть. В общем, по-моему, других тоже. Я точно уж не помню. Ну, большая часть новеллы, в общем-то, от студии Кей там. Постоянно, в общем, какой-то, в общем, каждой новелле почти что встречаются близнецы, две сестры, близняшки. Какая-то особенность похожа. Так. В общем, ладно. Я слышала, что по древнему обычаю одного из двойни надлежало задушить еще до первого омовения. А значит, я должна до последнего вздоха благодарить семью уже за то, что я живу. Говорят, бабка даже схватила меня за шею, не успели меня омыть. Что там дальше произошло, не знаю. Может, некий отчаянный смельчак из родни отговорил ее. Или у бабки в тот день было исключительно хорошее настроение. Ну так не хватало бы за шею. Нашла как пошутить, блин. Но близнецы, сколько ни смотри, разницы не увидишь. Ну да. Но первого появившегося на свет ребенка назвали Мион, а не успевшая стать первой получила имя Шион. Все вокруг усердно пытались нас различить, и нас их постоянные неудачи очень смешили. Совершенно одинаковые двойняшки. Поменяемся головными ворами, и никто не заметит подмены. В общем, Кейти, мой бар, в итоге-то не подметил подмены, когда, в общем-то, и пытался. Когда увидел, в общем-то, Мион и Шион во второй главе, помнится. Постоянно их путал. В итоге там из-за этого, конечно, ситуация вот такая, в общем, жесткая послучилась. А к концу новеллы-то мы это знаем. Точнее, к концу этой главы. В этой главе, конечно, похуже тоже будет. И тоже еще то, конечно, жесть начнется. Ну да, в общем, похоже. Точь-в-точь как копии прямо. Мы недоумевали, зачем взрослым нас различать. Впрочем, вечно нам веселиться было не суждено. В конце концов наступил день, когда нас раз и навсегда разделили. Мион отправили бабки готовиться к унаследованию престола. Меня же сослали в закрытую школу. Не говорю, что завидую ей. Раньше я, правда, немного завидовала. Но теперь, скорее, жалею Мион, по ногам и рукам скованную всяческими нудными правилами да обычаями. Поэтому даже вернувшись в Акиномию, я не могу представлять угрозы семье. Однако эта старая дура так не считает. Она меня видит кем-то вроде черной кошки, ворона, разбитой чашки, дурным знаком, короче. Поэтому она и не хочет, чтобы я была рядом. Да мне это что? Я и сама век бы ее не видела. Пускай сколько угодно запрещает мне бывать в Хинмидзаве. Пускай хоть отребует по 10 тысяч за каждый шаг там. Но пусть не трогает Акиномию, мой родной поселок. Маленькая я жила в Хинмидзаве, но так к ней и не привязалась. И мало что помню. А вот Акиномию, где я провела начальные классы, я помню и люблю куда больше. Пускай жизнь в том поселке неброская, тихая, меня это вовсе не расстраивало. Если вернетесь в Акиномию, можете попасться кому-то из родней на глаза. И тогда глава рано или поздно, но узнает. Ты чего, боишься, что бабки на меня донесут? Ха-ха-ха, ну тогда беда мне. Что ж, надеюсь, вы отдаете себе полный отчет в том, что может случиться. Касай, ты чего? Неужто советуешь мне вот сейчас взять и вернуться? Что вы, я такого не говорил. Я просто хочу сказать, что мне следует быть готовой к последствиям, да? Надеюсь, вы по правде готовы. Да-да-да-да, знаю. Если не повезет, и тебе придется держать ответ за все участие. Касай, если жаль с его мизинчика, лучше сейчас его поцелуй на прощание, а не то потом поздно будет. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну да, в общем, смех прям как у Мион. Одинаково смеются. В таком случае готовьтесь к тому, что вас закатают в циновку и бросят болото Нигафути. Ну, а впрочем, нет, скорее вас ждет камера пыток, что во дворе поместья. А, это камера, которую мы видели во второй главе в конце. Где, в общем, Кейти она пытала. Точнее, пытал его, в общем-то, Кейти, Мион, как мы думаем. Может быть, правда, Мион, конечно, сошла с ума там во второй главе-то. Я точно, конечно, не... Так, в итоге не понял до конца. Но в этой главе как бы раскрывает, что на самом деле произошло во второй главе. Так что, в общем, потом поймем. Я ни разу ее не видела. Но поговаривают, что во дворе родового поместья есть огромная камера пыток. Они говорят всякое, мол, там без лишнего шума замучивают до смерти врагов в деревне, там же хоронят их. Страшные штуки рассказывают. Очень надеюсь не убедиться в их подлинности на своей шкуре. Ладно, ладно. Короче, как-нибудь справимся. Ха-ха-ха-ха-ха.
Очень похоже на мать Шонса. Также любите действовать наобум. Но еще бы, она же мне все-таки мать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Узнай отец матери, что я сбежала из школы. Ох, и разозлятся они. Сказать на чистоту, я их побаиваюсь даже больше бабки. Чтобы не пускаться в толкие объяснения, просто скажу, что папа якудза. Он завидует группировкой, чья власть простирается на весь Шишибуны и занимает видное положение в другом, более крупном бандитском сообществе. Кстати говоря, мой верный Касай тоже из них. Кажется, он дружил с родителями очень давно, еще до их свадьбы, и мой отец доверяет ему как самому себе. Не знаю, правда ли, но слышала, что мягкий сейчас Касай в дни своей молодости был опасным бойцом. Сама не видела, но говорят, у него много жутких шрамов. Он, как один из ближайших отцовских помощников, раньше заведовал несколькими крутыми точками. Но серьезно, покалечившись в одной из разборок, отошел от дел и стал его советником. Иначе говоря, собутыльником. С давних пор он был вроде моего наставника, и в конце концов я начала считать его своим личным дворецким. Поначалу он мне не нравился, думала, отец приставил его, чтобы он за мной наблюдал. Но со временем стала подумывать, что, может быть, он и правда со мной. Это лишь женское чутье, но, может, Касай раньше был влюблен в мать? Вместе с моим отцом они составляли этакий любовный треугольник. И в итоге папа одержал верх. Однако Касай не смог вычеркнуть ее из своей жизни, поэтому остался с моими родителями в качестве друга. Достаточно понаблюдать за Касаем. Что-то его поведение так и наталкивает на определенные выводы. Похоже, он видит во мне мать в ее юности. Поэтому и повторяет время от времени, как я на нее похожа. Временами я думала о нем дурно, но Касай был со мной отнюдь не из грешного умысла. Прямо скажу, он оказался довольно забавным. Так что с побегом наперекор главе семьи Санадзаки мог помочь один он. Я связалась с ним, только начав обдумывать план, чтобы заранее все решить. Он играл в деле вторую главную роль, проще говоря, был моим соучастником. И неудивительно, что Касай беспокоит мое решение вернуться в Акиномию. Учитывая то, какие у нас в семье порядки, с мизинцем он вполне мог расстаться. Ахаха, да что мизинец, меня и правда могли закатать в циновку и дошвырнуть в болото. Вот так вот только я твердо решила, куда вернусь. Кроме Акиномии мне возвращаться некуда. Там я росла. Может, кто-то назовет это ностальгией, тоской по домам. Мне все равно. И что же вы станете делать? Там повсюду глаза и уши семьи Санадзаки. В общем, на этом, думаю, месте мы закончим данную серию, которая по счету уже получается 73-я серия, 73-й эпизод. Мы начинаем проходить вторую часть новеллы, когда плачут цикады по циколовкам ответы, или Хигураси Нонаку Карани Кай, называется шум ответа, в общем, Кай, или Вензай Край. В общем, продолжаем проходить эту новеллу. Первая, в общем-то, серия, посвященная главе 5, о раскрытии тайны. В общем, что там делать будет дальше Шион. В общем-то, тем самым, оказавшись в Акиномии, где, в общем-то, она будет жить, как там будет это, в общем, проживать. Чтобы, в общем-то, ее родственники об этом не узнали, что она, в общем-то, покинула эту школу-то, с которой сбежала. Увидим, в общем-то, это мы в следующей серии по номерам 74 эпизод. На этом, в общем-то, все. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику, без моего оскорбления. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч. Watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star.